Второй перенос и вновь из-за морозов. Проведение всероссийской массовой гонки «Лыжня России» сместили на 13 марта. Изначально она была запланирована на 13 февраля, затем мероприятие отодвинули на 27 число. Но и эта корректировка, как теперь выяснилось, из-за холодной погоды оказалась не последней. Ожидается, что забег профессионалов состоится в обычном формате. А вот любители смогут преодолеть выбранную дистанцию в течение нескольких дней и позднее сообщить в оргкомитет свой результат. Кроме того, публикации со спортивного мероприятия в соцсетях будут претендовать на победу в розыгрыше. Любители активного зимнего времяпрепровождения должны будут сопроводить фотографию с «Лыжни России» соответствующим хэштегом.